торговом центре галерея Гранд очень много посетителей, но их задача не покупка подарков, а угадывание новогодних загадок от Снегурочки, специально пришедшей порадовать и развлечь гостей. В этот день в галерее Гранд был создан настоящий праздник с песнями, хороводами, конкурсами и другими увлекательными развлечениями. В рамках нашего мероприятия наших детей и детей, которые посещают с родителями торговый центр галерея Гранд, ожидает очень много сюрпризов. И сегодня к нам на праздник пришла Снегурочка, настоящая, которая удивила детей праздником и подарками. Нам очень нравится в плане того, что мы можем посмотреть на всю атмосферу. Зарядиться вот этим настроением праздника. Мне кажется, было очень весело. Для самых маленьких посетителей центра был проведен мастер-класс по расписыванию пряников. Увлекательное занятие пришлось по вкусу всем юным брещанам. Они смогли в полной мере проявить свое творчество и при помощи всевозможных сладких украшений создать свое праздничное угощение. Приятные эмоции и радостные улыбки детей стали доказательством того, что организаторы мероприятия постарались на славу. Я рисовала на нем специальными красками, наливала сгущенку и клеила сверху мишек жевательных и цветной попкорн. Мне очень нравится делать пряники и вообще готовить. Сегодня непосредственно с развивающим центром «Аленка» мы организовали для наших любимых посетителей маленьких деток мастер-класс по расписанию новогодних пряников. И непосредственно с Аленкой мы очень часто проводим такие праздники, как минимум 2 раза в месяц мы приглашаем детей, их родителей, непосредственно детские праздники. Такого рода вы можете посмотреть, и что самое приятное, с каждым разом на все больше и больше. Проведение развлекательных мероприятий для посетителей галереи Гранд стало доброй традицией. Работники торгового центра понимают, что это хорошая возможность дарить праздник как взрослым, так и детям, а потому каждый раз они стараются удивлять своих гостей чем-нибудь эдаким. Прошедшее недавно новогоднее мероприятие, свидетелями которого стало большое количество брещан, далеко не последнее. В предновогодние дни их ожидает множество сюрпризов. Мы привлекаем наших покупателей, мы хотим не только, чтобы они покупали у нас продукцию, какую-то одежду, да, бытовую технику, но непосредственно приходили к нам со своими детьми и отдыхали, то есть получали еще какие-то эмоции, приходили домой, делились своими друзьями, родственниками, что мы вот купили эту одежду и еще поучаствовали в мастер-классе и нас пригласили на следующий.